Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Среда, обновилась игра, можем играть втроем во взводе во всякого рода режимах. Ну а помимо этого, в магазине на продаже появилось предложение оформить себе подписку на 7 дней за 10 баксов. Именно такая цена у меня стоит в Steam. И за эти 10 баксов в течение 7 дней мы можем собрать себе 7 мистических контейнеров и 4900 золота. Давайте округлим до 5000, для того, чтобы было проще считать. Я надеюсь, что вы проследите за ходом моих мыслей. Я сейчас попытаюсь подбить калькуляцию в отношении того, выгодное ли это предложение. Итак, давайте будем рассуждать здраво. 10 долларов за 5000 золотом и 7 мистиков. Давайте сначала с золотом разберемся. В лучшем случае мы покупаем голду по 1000 золота за 1 доллар. Где такие предложения? Ну, вот такие индивидуальные, допустим, копилки. 2000 золота, 2 бакса. Отсюда мы берем, что 1000 золота стоит 1 доллар. Если мы говорим о более реальных предложениях со скидками, но не обычных предложениях, которые постоянно висят в магазине, то мы знаем, что обычно золото стоит в районе 500 голды за 1 доллар. И это не сильно приятная цена. Ну вот, пожалуйста, 500 за 1. Если мы говорим с вами о каких-то интересных предложениях со скидками, то тогда мы здесь будем видеть 750 голды за 1 бакс. Я предлагаю 750 золота взять за основу и посчитать. Если мы возьмем с вами за основу 750 золота за 1 доллар, то тогда вот эти 5000 голды округленных нам обойдутся в 6,5 баксов. Если мы с вами возьмем предложение, вот такие штучные, как копилка, которую я вам показывал, там где 1 доллар вы отдаете за 1000 золотом, то тогда получается, что в этой подписке вы платите 5 долларов за 5000 голды. На оставшиеся 5 долларов вы получаете себе 7 мистических контейнеров. И если вы 5000 золота разделите на 7 мистических контейнеров, которые лежат в этой подписке, то вы поймете, что один контейнер вам обходится в целых 715 золотых монет. И это крайне невыгодно по одной простой причине, потому что вот в этом предложении на мистике 2 контейнера стоят всего лишь 500. То есть получается 2 контейнера здесь купить дешевле, нежели по подписке получить один контейнер. И сразу возникает вопрос, а стоит ли оформлять данную подписку? Если мы с вами будем говорить даже о предложениях, которые не являются индивидуальными типа копилок, а просто посмотрим на ценник вот здесь в магазине, то вы видите, что за 5 долларов вы можете взять себе 3000 голды. Соответственно, за 10 долларов, а это стоимость нашего вот этого предложения в виде подписки, 10 баксов. За эти 10 баксов вы можете купить себе 2 вот таких набора по 3000, ну и, соответственно, получить 6000 золотом. Не 5, не 4900, а именно 6. Если вы отнимете 5000 голды, которые вы забираете вот здесь с подписки, ну и, соответственно, 1000 золота у вас останется, то с этой 1000 золота вы можете себе 2 раза купить по 2 контейнера. Таким образом, получается, что выгоднее купить даже обычное неакционное предложение по голде, получить те же самые 5000 золота сразу за один раз, ну и еще потратить 1000 на целых вот этих вот 4 контейнера. Да, это меньше, нежели там 7, но все-таки, ребят, по-моему, гораздо интереснее. Здесь 1500, допустим, 5 штук стоит. Поэтому я и говорю, что покупать себе данное предложение, по-моему, не сильно выгодно. Особенно с учетом того, что из мистических контейнеров не факт, что вам что-то упадет. Поэтому если вам нужна именно голда, то лучше голду себе купите по каким-нибудь акционным предложениям. Ну, допустим, та же самая копилка. Ну и ею уже распоряжайтесь, а не покупайте кота в мешке. Это мое скромное мнение, ну а вы, ребят, свое мнение обязательно пишите в комментариях. Я стараюсь быть вам полезным. На моем канале вы всегда найдете исключительно честное мнение по поводу всего, что в игре происходит. И если вас эта честность устраивает, то обязательно прямо сейчас подписываемся на канал, ставим лайк данному видосу, ну и обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.